На Урале 37-летний водитель оказался в больнице после встречи с животными на дороге. Авария произошла накануне в 7 часов вечера на автодороге Серов-Североуральск-Ивдель. Корову сбили. Какую? Нет, у меня двоих. Троих. Вон еще справа. А так это из-за них аварии получается, за коров. И машины в кветах. Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось в пригороде Североуральска в районе поселка Третий Северный. 37-летний горожанин направлялся в сторону Ивделя за рулем Honda Civic. По его словам, он видел стадо коров, идущих в попутном направлении по обочине, но в какой-то момент три из них неожиданно вышли на проезжую часть. Слова водителя Honda подтвердил водитель встречного авто. Я возвращаюсь с Ивделя домой. Три коровы сбили. Впереди машина, чуть на меня не налетела. Прямо передо мной, выскочили, слава богу, пронесло. После столкновения с коровами Хонду вынесло во встречный кювет, где она врезалась в опору газопровода. Газопровод не пострадал, единственный в этой аварии. На вопрос журналистов, кто теперь будет возмещать ущерб за погибших животных и разбитую машину, в ГАИ ответили, что такое возмещение возможно, но по решению суда. И будет зависеть от того, кто будет признан виновником аварии. Либо водитель Хонды, либо владелец коров, нарушивший правила перегона животных. Собственно, никакого погонщика у несчастных коров не было. По словам местных жителей, животные здесь регулярно находятся на самовыпасе.